В гостях у Шикрадио Евгения Смеркис. Здравствуйте, Евгения. Вы представляете КБЛ Monaco Private Bankers. И сразу к третьей теме вашего сегодняшнего выступления. С наступающим праздником вас и всех женщин, всех слушателей Шикрадио. Спасибо, Инга. Вас также с наступающим 8 марта. Вас и всех всех радиослушателей Шикрадио. Поздравляю с этим праздником весны, Международным женским днем. И от всего сердца желаю вам и радиослушательницам любви, счастья и прекрасного весеннего солнечного настроения. Кстати, предлагаю новую традицию, мы можем и мужчин поздравить с 8 марта. Почему нет? И мужчин тоже поздравляем с женским праздником 8 марта. Да, да. У нас, конечно, хорошие новости. КБЛ Monaco Private Bankers может легко помочь и мужчинам, и их спутницам. Да, как раз про это я по инсталляции, да, как раз про это я и хотела поговорить сегодня. Про переезд, проживание в Монако, инсталляцию в Монако для граждан России, для граждан стран СНГ все более и более интересное. Людей привлекает благоприятное географическое положение, мягкий климат Монако, привилегированная и экологически чистая среда обитания, обустройство территории, содержащее улучшение качества жизни, динамичная социальная, спортивная и культурная жизнь. Вот у нас только что прошла прекрасный праздник Масленица, который Шикрадио организовал на блестящем уровне. Теперь мы все сидим на диете, потому что блинов было много. Объелись блинами, правильно. Вот. И, конечно, одно из отличительных черт Монако — это умеренное налогообложение. Монако — это суверенное независимое государство, где, как я уже сказала, существует льготное налогообложение для резидентов. Здесь отсутствует подоходный налог, отсутствует налог на состояние, отсутствуют местные налоги, которые, как вы знаете, очень высокие, например, во Франции. Отсутствие налога на прирост стоимости движимого или недвижимого имущества. Также низкие сборы по наследству и дарению. Отсутствие налогообложения по прямой линии или между супругами. В общем, целая серия льгот, по большому счету. В общем-то, да, это целая серия, это целый комплекс льгот по налогообложению. То есть это не один, отсутствие одного подоходного налога, как многие предполагают, но и других налогов. Именно так, Инга, да. При этом банки играют очень важную роль, когда клиенты думают о переезде и проживании в Монако. Банк КБЛ Monaco Private Bankers не только консультирует и поддерживает клиентов поселиться в Монако, но также предоставляет банковскую аттестацию. Как вы знаете, обязательным условием получения резиденции в Монако является открытие клиентом счета в Монако и получение такой аттестации. Банковская аттестация подтверждает наличие у клиента достаточного количества денежных средств для постоянного проживания в Монако. Есть какой-то минимум этого достаточного количества денежных средств? Да. Банк КБЛ Monaco Private Bankers выдает банк... Оглашен. Да, он оглашен, да, я могу это сказать. Банк КБЛ Monaco Private Bankers выдает банковскую аттестацию для клиентов при наличии на банковском счету от 500 тысяч евро, от наличия 500 000. Это, в общем-то, средний уровень. Многие другие банки, например, UBS или HSBC, выдают данную аттестацию от 1 000 000 или нескольких миллионов. То есть данный уровень, который выбрала политика руководства банка КБЛ, он, в принципе, является средним и более приемлемым для многих клиентов. В среднем открытие счета в банке занимает от 2 недель, но в экстренной ситуации открытие может быть проведено всего за несколько дней. В вашем случае это может быть сделано за 2-3 дня, я так понимаю? Да, именно так. Это может быть произведено в ускоренном порядке при предоставлении банку всех необходимых документов, которые соответствуют критериям открытия счета. Вторую тему, которую я бы хотела затронуть сегодня, это кредитование. Как вы знаете, многие клиенты предпочитают покупать жилье, а не снимать его, ведь это придает им стабильность жизни и обеспечивает повышенный комфорт. Собственная квартира или собственная вилла гораздо приятнее, чем съемное жилье, и могут быть отремонтированы или обставлены по вкусу клиента. КБЛ Monaco Private Bankers предлагает очень привлекательные условия ипотечного кредитования, то есть кредитование под залог недвижимости клиента, квартиры или вилла. Условия кредитования включают в себя процентную ставку до 2% годовых, размер кредита до 100% от стоимости недвижимости, срок кредита –
5 лет с возможностью дальнейшего продления, и кредитные решения принимаются банком очень оперативно. В монакском подразделении КБЛ работает опытный кредитный юридический отдел, который занимается рассмотрением кредитных заявок и оформлением кредитных договоров в кратчайшие сроки. Может ли 5-летний срок быть удлинен? Да, это одно из условий, которые многие клиенты просят при оформлении кредита. В этом случае банк оформляет кредит на 5-летний срок и сразу же оговаривает условия продления на год или еще дополнительно на 5 лет. То есть все, в принципе, продумано для того, чтобы организовать свое проживание быстро, эффективно и надежно, безопасно. Именно так. Эффективно, надежно, безопасно, на наиболее привлекательных для клиента условиях. Еще раз с наступающими праздниками, с 8 марта. Всего самого хорошего.